Уважаемые читатели моих книг и любители моих коротеньких роликов, сейчас я, так сказать, предварю несколько последнюю часть интервью с Анатолием Абрамовичем Шалыто о программировании и математиках. Может быть, это самое интересное кому-то покажется часть этого интервью, а может быть, самое и неинтересное. Дело в том, что сейчас речь пойдет о нескольких таких скользких проблемах. С одной стороны, насколько вот эти прекрасные ребята, которые профессионально программируют, побеждают на конкурсах, востребованы. Я, к сожалению, вынужден опустить значительную часть неприглядных комментариев по поводу различных интернет-гигантов, которые были сказаны в этом интервью, для того, чтобы не обижать их. Но, тем не менее, кое-что вы услышите. Насколько нужны в банковском секторе гении и таланты? Насколько нужны они крупному бизнесу? И каким образом и бизнес, и банки помогают этим самым талантам? То есть, на самом-то деле, востребованность людей такого уровня не очевидна. Поэтому постановка задач глобальных и постановка задач действительно научных, представляет огромную сложность. В чем дело-то? Дело в том, что на сегодняшний день в большинстве случаев бизнес успешен на уровне школьной математики, как максимум. Он настолько примитивен и убог, что скорее создает некое наукообразие вокруг себя, нежели реальное использование высочайших достижений лучших умов в области математики и программирования. Поэтому, как всегда, как я уже говорил в одной из частей этого интервью, очень важны задачи. Об одной из этих задач так я кратенько упомяну здесь, поскольку она касается, собственно говоря, развития мозга. То есть управления, понимания механизмами управления головного мозга и человека, и животных является одним из ключевых событий в морфогенезе. Там много проблем, которые ищут, так сказать, высоких умов, которые могли приложиться к этому делу и решить задачу. Там действительно есть проблемы, не выдуманные, не высосанные из пальца, а требующие действительно изощренного ума. Послушайте это интервью, мне кажется, станет намного понятнее реальная ситуация в этой области, где как раз во всем мире больше всего отбирают выдающиеся таланты и гениев. Хотелось бы создать условия для их реализации. Но кроме условий нужны задачи. Нужны задачи, достойные этих людей. А пока их использованность достаточно условна. Я очень надеюсь, что после этого интервью произойдет некоторая подвижка, возникнет хотя бы у этих молодых людей, которые обладают такими способностями, о которых многие могут только мечтать, возникнет желание приложить свои усилия действительно к реальным, в том числе и биологическим, и нейробиологическим задачам. Я очень надеюсь на эту реакцию, хотя ожидаю ее несколько с трепетом, потому что она может оказаться несколько не такой, как я думаю. Посмотрите последнюю часть интервью. А сейчас недавно была интересная история. Провели Олимпиаду «Я профессионал». И на закрытии этой Олимпиады, я видел в интернете, Кириенко сказал, из них есть 6 гениев, или 7. Один гений 2 золотых медали в 2 предметах получил, а 6 еще получили золотую медаль и еще какую-то. И вот смотрите, вот здесь сидят руководители госкорпораций, их HR, и они уже вас записывают в блокнотик, и они уже бегут за вами. И один учится у меня. И примерно через 2 недели я его спросил, ну как они бегут за тобой? Оказалось, что они бегут, но еще никто не знает, куда они выбежали. Понятно? То есть они не знают направления пока. Подожди, нет. Вот это только Кириенко думает, что эти все бегут куда-то. Первый прибежал я. Ну понятно. Понятно? И дальше я в этом тексте в одном написал, что когда Илья Авербух говорит, что нам нужны таланты, я верю, потому что у них с фигурным катанием и успехи на виду. А куда бегут из госкорпорации вот за этими талантами? И вот этот мальчик, о котором я поговорил,
Он сказал, я в прошлом году выиграл серебряную медаль. И меня в один из банков, не буду называть какой, вызвали. Посадили перед вице-президентом. Тот смотрит, на столе ни бумаги, ничего, говорит, ты программист? Просто мне сказали тебя на работу принять, но я не знаю, что с тобой делать. Ты же понимаешь. Вот, и при всем уважении к Сергею Владиленовичу, я это написал там на сайте с администрации, я даже ему этот текст послал. Он думает, что они побежали. Они действительно побежали, но куда они побежали, в какую сторону? Но это мечты. Их мечты. Это мечты. Но, слава богу, что мечты появились хоть такие. Ну, понятно, у них мечты, а у нас, вот, понятно, жизнь. Короче говоря, мы стали заниматься с этим геномом. Нельзя сказать, что у нас с ними сильно получилось, с Прохорчуком и со Скрябиным, потому что ни день... честно говоря, для меня неудивительно, вот. Я в теме. Ничего там у нас с ними не получилось. И мои ребята пошли своим путем. Они стали, если весь мир собирал уже тогда геном на больших машинах, облаков еще не было, но на больших машинах и под Linux, то мои хотели для врачей собирать на персоналках под виндами. И сделали такой пакет через несколько лет. И один парень меня защитил кандидатскую диссертацию. Действительно, на персоналках, и на отзывы ему пришли из Испании, из Италии, по-моему, что... Все равно в биоинформатических лабораториях это собирают, потому что открытый пакет, есть какой-то один закрытый, а один единственный наш открытый. И вирусы, и микробы так можно собирать, ну, на персоналке. Но врачи все равно не смогли это собирать. Это неудивительно. Ну, врачам все равно это сложно. И вот в 2016 году мы, слава богу, попали в предметный рейтинг. Мы заняли 44-е место по Computer Science в Times занял МГУ, как мне написали там олигархи. От программирования МГУ непонятно. И мы заняли 56-е место. То есть мы попали в 150. Конечно, это не первые 7 раз, как по программированию. Но занять среди всех компьютерных кафедр мира, ну, да, по компьютер сайенс 56-е место, это тоже. При том, что МФТИ по физике занял какое-то 90 какое-то место, а вышка по бизнесу тоже какое-то. Ну, в общем, по-моему, они в сотню не попали. Не помню сейчас. Это было в 2016 году. В 2017 мы заняли 76-е место, то есть не вылетели из сотни. В прошлом году заняли 71-е. То есть мы 3 года подряд выполняем указ президента. С учетом того, что вот сейчас журнал «Эксперт» опубликовал, он в прошлом году опубликовал, сравнение вузов по публикационной активности. Литмо, то есть мы, я и тут у нас есть еще Бухановский, они супервычислениями занимаются. По компьютерным наукам мы первое место в России по публикационной активности, по искусственному интеллекту первое место, по химии первое, по химическим технологиям первое, третье, по инженерным наукам второе, еще почему-то третье. Это мы, вот маленький вуз. Понятно. И вы даже не представляете, как нас ненавидят все. Это всегда так. На этом мы закончим. Это нормально. Пока. Значит, я люблю деньги получать не себе, а на ребят, чтобы сохранять. Об этом тоже будет разговор. Вот, я сейчас скажу, это очень интересно. И к нам как-то пришел Тиньков. И принес пиво? Нет, не пиво принес. И принес, и собрал 100 человек зала, не 100, 1000 человек зала, и рассказывал, что ему... И сказал такую фразу, мне нужны самые лучшие, очень хорошие мозги за очень хорошие деньги. И на этом практически встреча заканчивалась. Я потянул руку, я сзади сидел, и какой-то мальчик из моих студентов, который совсем вообще не знал, позвал девушку, мне дали микрофон. Я сказал, Олег, вы все время говорите, что вы не такой, как все. А сейчас-то что такое вы сказали? Вы думаете, что кто выходит на эту сцену, они что-то другое говорят? И Google, и Facebook, и Mail.ru. Все говорят одно и то же. Хорошие мозги за хорошие деньги. И в чем же ваша оригинальность? Значит, теперь перейдем... Нет, сейчас закончу. И он говорит, а что я должен был сказать? Плохие мозги, хп за такие деньги. Я говорю, нет, вы должны были сказать, я пришел помочь вам. Мы бы в ответ вам помогли. А когда вы все одно и то же приходите забрать, после этого мы сцепились с ним, он мне дал книгу свою, как лучшее там, не знаю, выступление. А после этого он говорит, я могу вам помочь. Я говорю, а каким это образом? Вы слышали меня на 150 человек? Вот готовьте 10-15 человек в год, вот вам на 10 лет хватит работы, я буду вам базовую кафедру содержать. Я сказал, Олег, то, что вы предлагаете, видимо, очень нужно вузу. Но мне
Но у меня ребята чемпионы мира. И я небольшой каф не словил, что будут для вас готовить каких-то студентов. А что вам надо? Я говорю, вы как олигарх, я понимаю, вам надо, чтобы на вас работали. А мне нужна помощь. А помощь от работы очень сильно отличается. А что вы имеете в виду? Я говорю, вот есть чемпион мира по шахматам Карлсон. Ему 8 человек, его спонсируют. Что значит спонсируют? Ну да, я говорю, дают нас на проезд, на жизнь, на хлеб, на прочее. А у меня есть Гена Короткевич, который сильнее этого Карлсона. Вот дайте ему денег, и хорошо. Сколько вы хотите? Ну, немного, 40-50 тысяч рублей в месяц. Вот это мне нравится. В общем, одному человеку туда-сюда. И, в общем, дал согласие. Заму говорит, поговорите с ним. Говорит, мы уже поговорили. Месяца три это тянулся вопрос. Они 100 раз переспрашивали, какой Гена великий, не великий, а Википедию. То, в общем, дали. А потом я решил их поблагодарить и на сайте Ритмо написать, как это было. А их пиар-служба это не согласовала, им так не понравилось. Их пресс-релиз выглядит следующим образом, он в интернете лежит. Оказывается, Тиньков пришел в Ритмо дать денег, но не знал кому, а я подсказал. Они все приходят дать денег, понимаешь? Вот как. Нет, я... Вот поэтому я люблю, чтобы вы так поговорили, славой обменялись. А? Нет, никто не приходит помочь, никому это не надо. Здесь речь идет, я такой же ученый, как и все, поэтому я не могу никому помогать. Нет, я же не прошу помогать, я просто сказал, что вот мы с вами обменялись любезностями, уже хорошо, а вы еще хотите, давайте совместно поработаем. Нет, я хотел обсудить. Давайте обсудим. Сначала, потому что дело серьезное. Дело в том, что все эти истории, с моей точки зрения, вот я всю жизнь занимаюсь мозгом, сколько себя помню. Написал кучу книг, там, ну и достаточно известный в узких кругах человек. Хорошо разбираюсь в этом деле. Могу сказать, что вот моя позиция такая, что искусственный интеллект на сегодняшний день – это чисто искусственный маразм. Никакого отношения. То есть это все гигантский калькулятор. Ну хорошо, может это к интеллекту не имеет никакого отношения. Да, никакого. Ну так называется. Но зато успехи пошли дичайшие. Да, да, успехи дичайшие. Ну вот это с игрой Гота, вы знаете эту историю? По-моему, даже вы писали. Да, выиграл. Ну, не просто выиграл, не просто и шахматами. То, что учили с тысячелетиями, теперь они за 4 часа или за 4 сутки добиваются этим перебором. Это фантастика? Фантастика, но это перебор все. Ну хорошо, но перебор, ну хорошо. Нет, ну, дело в том, что... Ну, гениальная вещь. Никто не спорит. Вот насчет гениальности никто не спорит. Речь идет о другом. О том, чтобы попытаться создать, пусть будем называть это искусственным интеллектом, на совершенно других принципах. На принципах, которые на самом деле работают в биологических объектах. Я сразу скажу, что я отрицательно отношусь вот к этим генетическим фокусам, потому что, с одной стороны, геномы... Генетическим это компьютерно-генетическим или генетическим биологическим? Биологическим, биологическим. Потому что геном исследован всего на 9%. Ну хорошо, да. А не на 90, на 9. Я знаю, там еще мусора до хрена, там же надо его вычистить от мусора. Если бы мы были уверены, что это мусор. А, ну правильно, никто ничего не знает. Потому что сейчас там масса вещей, масса работ. То есть здесь, к сожалению, почему молекулярно-генетические вещи подаются плохо программированию, скажем так, формализации? Да потому что там в основном выдумки и иллюзии. Отсюда. Это отдельный разговор, большая тема, и она, к сожалению, плохо работает. В иммунологии еще чуть получше, хотя там тоже переменных больше 40%, поэтому там все тоже очень приблизительно. Ну, иммунологии стали лечить от рака. Ну, не все так. Много стали. У меня даже знакомые есть, и эти сказали, что они могут в Россию поставить из этого университета в Сан-Луисе технологию, которая дает шикарное, дорогое, но дает шикарный результат. Ну, к сожалению, с иммунологией есть прорыв. Онкологии очень много. И, к сожалению, то, что дает прорыв там в двух-трех нозологиях. С помощью иммунологии. Да, в двух-трех нозологиях. В большинстве случаев, ну, скажем. Ну, скорее всего, нет. Эффективно. Ну, какой-то прорыв вдруг появился. Ну, кое-что происходит. Но пока, как было, хирургия главная, так, к сожалению, осталось. Но не об этом речь. Речь идет о том, что мне хотелось предложить следующую вещь. Я хочу создать систему, то есть пока замкнутую модель, в котором бы, скажем так, существующие компьютерные сети были бы биологической средой.
То есть, ну, то есть мы берем замкнутую сеть, чтобы это не в сети всемирной было, пока. Ну, вот, а начинаем моделировать там, например, из 100-200 компьютеров сеть. И создаем животное существо на неврологических принципах, которое живет внутри этой сети, как там воробьи в лесу. Понимаете? Но при этом оно будет существовать не чисто программно, а почти как у вас аппаратно. То есть на самом деле, кроме этого, это будет, если брать, ну, идеи Тьюринга, скажем так, ну, знаете, там с чего началось, то, что диффузия в растворе, капнули там вот эти, там описывают двумя примитивными. Нет, у меня есть. Ну, хорошо, но дело в том, что для биологических целей это непригодно абсолютно. По одной простой причине, потому что это упрощение до уровня диффузионных процессов, а их прямое применение не работает. Почему? Потому что в биологических системах нет... Хорошо, а что ваши 200 компьютеров, я плохо понимаю, когда там о миллионах говорит клеток? Или это другое, это поведение? Нет, 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 это совсем другое. Это мы... То есть задача какая? Создать существо, которое будет жить в сети. Со всеми нет, то есть распределенный разум, вот этот, под 200 компьютером разум распределен. 200 компьютеров, да, да? А это само существо? Само существо будет занимать 10 компьютеров, да. Но оно будет жить. Хорошо. То есть это такое разделенное тело, которое работает вот в этой сети, но работает по принципам пусть тьюринговских, но там, где материальная часть, то есть у Тьюринга это все в диффузии, два раствора разных, ну и там дальше. Да. А здесь нет, здесь одно будет программное, системное. Программная, то есть часть, это, например, ингибитор, ну так упростим до предела. А активатор будет совершенно другой, будет более материальный, физический. Ну, вот, я вам приведу пример. Значит, в свое время я занимался... Нет, как вы возьмете физический? Вот в сеть будет ходить еще что-то, что такое физический? Ну, дело в том, что в сеть будут входить физические источники, например, сенсорной информации. Ну, например... То есть, как я вот здесь бы сказал, я управляю клапанами... Виртуальными и еще и реальными, да? Да, то есть самое главное, что это будет вход. Это будет не только выход, это будет вход. Визуальный, слуховой, там PH, то есть, что хотите. Ну слушай, ну сложное дело. А я с простым бы не пришел. Ну, вот. То есть это такая будет система, сейчас попытаюсь объяснить. Вот если эмбриогенез взять, эмбриональное развитие, то очень все просто. В начале, когда у нас зародыш начинает дробиться, всего несколько клеток, это математический модель примитивная. Ну, хорошо. Геном-то одинаков во всех клетках, правильно? Правильно. А потом меняется форма, а геном продолжает оставаться одинаковым. Форма меняется, а геном молчит. Детерминации-то генетической нет. У нас все развитие идет на двух принципах. Геном является на самом деле ингибитором, а формообразование активатором. Что лежит в основе активатора? Как позиционная информация каждой клетки, допустим, у нас 150 тысяч клеток, как каждая клетка узнает, что она делать должна? Большой вопрос. В генах, что там 150 тысяч телефонов, что ли, у каждой клетки, когда они соотносятся? Нет. А если вы убьете одну, тут же она будет заменена. Как информация передается и как каждая клетка знает, что ей делать? У меня когда-то ребята писали выпускные работы магистерские по... Там, не знаю, по жизни в миру, там какие-то из каких-то нет, существ. Нет, есть очень простая задача. Всего там несколько десятков тысяч клеток. Но у вас геном начинает работать после того, как изменение морфологическое видно в лупу 20-кратно. Возникает вопрос, а кто во времени в пространстве распределяет включение генома? Так. И вот тут мы возвращаемся к модели Тьюринга, в котором источник позиционной информации является чем? Механозависимые ионные каналы. Ну, вы же знаете, как физик, что тензор Пуансона, да, если так растягиваешь, так сжимается. Да, это понятно. Если вы берете шарик, то есть замкнутую систему, ну, или эллипс, то вы можете закодировать каждую точку в пространстве уникальным вектором, понимаете? Который через механозависимые ионные каналы является чего? Источником информации. И если есть механизм срабатывания, об этом хорошо исследовано, я сам это исследовал, то считывается этот сигнал и задается уникальная экспрессия генов каждый раз. И в раннем развитии эти циклы повторяются. Я могу про эту лекцию прочесть, если сочтете нужным. И в этом случае на раннем развитии механозависимые ионные каналы, которые позиционируют позиционный сигнал каждой клетки, создают, они являются управляющим сигналом для морфогенеза. Именно поэтому генетики, даже если у них пупок развяжется от усердия, туалет покроется
выделениями они кончик носа вам не создадут, потому что принципы формообразования в геноме не прошиты. Там последовательность белков, ферментов, скорость экспрессии этих есть? Да, конечно, не безусловно. А форма-то где? И поэтому они загоняют все время в геном гомункулюса, которого там не существует, и возникает гигантская проблема. Так вот, а теперь представьте себе, что у вас модель Тьюринга, та самая, с которой все носятся, как с писаной торбой, работает на двух разных физических принципах в раннем развитии. В одном случае это механозависимые ионные каналы, которые включаются и выключаются в зависимости экспрессии генов, а гены как ингибитор в этом. И постепенно доля вот этой баланс тьюринговского снижается, и в конце концов она превращается в генетические каскады. Дальше никто не спорит. Дальше все просто, понятно и последовательно. Вот на этом простеньком примере детском из эмбриологии, которым я непосредственно много лет занимался, я пытаюсь объяснить, что вот создаваемая тварь внутри сети, вот этой вот локальной, причем мы готовы найти на это и средства, и все остальное, попытаться и поддержать, как вы видите, помочь, ну, вот ребятам, которые готовы поломать голову над этим. Ну, вот, здесь вопрос, главное, решиться. Мы решим, это, мы решаемся такое дело, я могу рассказать подробно. А теперь я никого не учу ничего. Потому что я понял бессмысленность этого начинания. Во-первых, у меня сил нету. Мне осталось, мне тогда было 50 там, лет там, с небольшим, а сейчас 70. Поэтому, когда мне говорили, я тоже могу, оказывается, никто ничего не может. Если старый, то он не может 10, понятно, 15 часов на двух человек потратить. Ну, понятно, а молодому да. тоже некогда, ему бежать на работу надо. Поэтому это был просто такой педагогический подвиг. Вот как, если вы знаете книгу Гранина, это долго-долго... Да, знаю. Знаете, вот он делал эксперимент, этот Любищев. Как он планировал свою жизнь на год, да, на да, когда месяц. Он записывал каждую страницу, прочитанную. Ну да, все прочтенную. Ну вот у меня здесь был эксперимент. А потом я наткнулся на переписку двух своих учеников, которые работают в Рейховене. И один пишет: а я купил велосипед, а я купил подержанный велосипед за 50 там, евро. А он очень хороший. И тогда я плюнул на все это дело и сказал: а идите вы все нахрен. Я вас учил не велосипеды покупать, и никакой Вейховен мне не платит. Мне, если платят, Российская Федерация. Немного, но все-таки Российская Федерация. И вот этот Еминов, который со мной писал книжки, так я хотел бы, чтобы он книжки продолжал писать, чтобы этому учить. А что толку, что я их учил, убивался, а они про барбекю, у них интерес в жизни. Не это буду, тоскливо. Не буду я больше этим заниматься. Я буду заниматься только с теми, понятно, кто остается здесь. И дальше у меня в одном интервью есть вот такая пирамида. Грубая, некрасивая. Я не знаю, в любом порядке. Россия, университет, кафедра, я. Либо я, кафедра, университет, Россия. Если нет вот такой последовательности, идите вы нахрен, я не собираюсь тратить на вас силы. Совершенно согласен. Если вы не собираетесь тратить ни на Россию, ни на кафедру, университет, ни на кафедру, ни на меня, то я в ответ не собираюсь на вас тратить тоже ни одной копейки усилий. Да, у меня абсолютно такая же позиция. Вот. И поэтому я бросил вот это долгое сидение. Но, слава богу, к этому времени я здесь сформировал слой своих учеников, по которым я не очень-то и нужен. Понятно? Они теперь про все сами могут. Про вашу задачу. Мы покажем им. У нас же появляются какие-то. Может, окажется. Но я не гарантирую, что это... Да, это маловероятно. Что это маловероятно.